Всем привет. Вот сегодня пришел с работы, вытащил из почтового ящика. Что-то я прям не знаю, что. Дофига посылок не дошло. Мелких таких. Продавец использует трек-номера, которые не отслеживаются по России. Ну, из-за этого ушлые там наши челы на почтах и пользуются, да воруют посылки. Я так, больше никакого объяснения этому нету. Не может они все теряться. Короче, смотрим, что у нас тут. Опа-на, микрофон. Микрофон. Короче, я уже его не ждал совсем получить. Совсем не ждал. Но получил. Не ждал его получить, заказал еще два микрофона. Ну, думаю, ну, может быть, на этот уже все сроки практически прошли, там осталось. Он продлял продавец это, срок защиты покупателя. Ну, короче, там уже осталось что-то с неделю. Один мне уже, короче, заказываю с января. Не доходят и не доходят микрофоны. Ну, так, а где? Опа, что-то уже сломано. Что-то сломано. Угу. Даже не успел распаковать. Печально. Печально, весьма печально. Ну что, откроем спор. Закажу такие прищепки. Блин, а без них? Без них никуда, если только снять со старого. Ну там такая фиговина. Ладно. Ладно. Так, надо микрофон еще испытать. Да, без этой штуки что-то придумывать надо будет, как-то его привязывать сюда на первое время. У меня сейчас стоит вот такой микрофон на диктофоне. Чисто получше будет штучка. Вот это крепление. Хомутик такой съемный. А это, блин. Короче, так. Так, надо сейчас испытать. Как бы мне Wi-Fi-то открыть. Я сейчас снимаю вот на камеру, на экшн-камеру. Так как у меня нету с собой такой стационарной камеры. Я не был готов, что сегодня посылка придет. Сейчас я выключу, подключу к нему и проведу тест. А, значит, в чем тут прикол? Для смартфона нужен разъем вот такой на микрофоне. То есть не вот такой. Этот вот для камеры, там для диктофонов. Разъем вот такой джек трехпиновый, а это четырехпиновый. Из-за этого и заказывал. Вот, блин, ну вот эту может поставить сюда, как-то приколбасить, но она не держится, все болтается. Ладно, это не проблема, что-нибудь придумаю. Так, подключен. Показывает наушник с микрофоном. Гарнитура, да? Типа того. Так, ну сейчас. Сейчас раз. Ага, запись пошла. Тест микрофона, который я ждал с Алиэкспресса.
черти сколько времени. Раз-два, раз-два. Проверяю, пущу звук, попробую из диктофона и вот с этого диктофона. У меня еще вот диктофон подключен такой. Раз-два, раз-два. Ну, короче, проверка связи. Все, выключаюсь, ставлю паузу. Паузу. Ну и чего? Попробую, пущу звук и оттуда, и оттуда. Как разберусь. Ну, посмотрим. Посмотрим, что у нас будет лучше. Пока всем. Пока. Открою спор. А, в принципе, он тут откручивается даже. Можно что-то... Что-то можно и приколбасить. Ну, это уже плюс. Вот саморезик или винтик с резьбой. Что-то можно приколбасить. Ну, как же так, блин, что он пластиковое, что ли? Да. Черный пластик. Ну, ладно.